Всем привет! Сегодня займусь помидорами. Они у меня подросли, и настало время их рассаживать. Вот сейчас будем этим заниматься. И вот я приготовила землю под помидоры. Я смешиваю покупную вместе со своей сдачной землей. Вот рассыпала по стаканчикам. Теперь мне нужно будет пролить кипятком эту землю, она остынет, и я буду пересаживать помидоры. Вот водичка вскипела, теперь вот таким образом проливаем. Кто-то прокаливает в духовке, но я это не люблю. Для меня легче пролить кипятком. Ребята, всем привет! Я тоже присоединилась к бабе. Буду Будет сейчас мне помогать. помогать. Так, поступим мы следующим образом. Будем делать вот так, чтобы нам не потерять наши сорта. Настя мне будет помогать. Мы, значит, берем стаканчик и приклеим к нему скотч, на котором потом напишем сорт помидорки. Какая это у нас, какой сорт? Так, давай. Готовили ящики. Так, теперь Настя уже будет у меня подписывать. Бери маркер. Вот мои помидорки. Берем стаканчик. И подписываем. Начинаем с сорта Севрюга. Подписывай вот здесь вот. Севрюга. Блин. Ну ладно, пиши ю. Ага. Севрю точно. Так, давай. Вот, Севрю. Подписали. Ставим. Давай следующий. Давай задачку решим. Вот смотри, у меня крупных 4 сорта помидор. А в теплицу в один ряд у меня помещается 20 штук. Это сколько надо взять помидор каждого сорта? Поскольку помидор нужно взять каждого сорта? Ну, 20 разделить на 4. Верно. Сколько получается? 5. 5. Значит, по 5 штук нужно посадить каждого сорта. Да. Значит, нужно подписать 5 баночек нам севрюга, да? Пиши еще 4 штучки. Очень хороший сорт, крупный, практически без семян. При правильном уходе может вырасти килограмм и больше. Очень вкусные помидоры. Следующий сорт «Бабушкин секрет». Давай, следующие 5 штук подписывай. Севрюга и севрюга побольше посадим. Всем привет. Hello. Так. Водиться и напиться. Ну что, давай теперь будем сажать, да?
берем. Так вот. А можно я этим делом буду заниматься, пожалуйста? Оп. Корни наши. А подожди. Вот. Деда. Берем. Где у нас Севрюга? Вот у нас Севрюга. И сажаем, заглубляем до самых листочков. Подождите, ребята, можно я стану с вами? Что, Шантик? Ай! Убираем это все. Ну, Настенька, надо аккуратно, чтобы не поломать корешки. Давай я сама буду. Теперь надо полить. Все. Следующее. Мы снимаем. Настя, что ты творишь? Ну все, короче. Вот так все у девчонок получилось. Помидорами объедимся, наверное. Обкушаемся. Молодцы. Пойду еще огород вам покажу один. Зал тоже превратился уже в маленький огород. Ну что не сделаешь для того, чтобы скушать потом свои очень вкусные помидорки и перчики. Вот как-то так, хозяюшки мои, огородницы. Всем пока-пока. Счастья, здоровья и денег вам всем побольше.